Это чай чабрец. Заваривается. Какая красота. Сейчас будем смотреть бой Хабиба Нурмагомедова под чабрецовый чай. Пока заваривается. Кстати, еще. Как говорят ребята с Кавказа, когда перед чай с чабрецом они спросили, зачем чабрец испортили? Чабрец надо заварить отдельно, от всего. Я им верю. И красиво, и самое главное, что вкусно. Вот такие космические картинки на самом деле. Все, включаем телевизор, болеем за Хабиба.